один путь по поверхности. И задерживаться вам у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него...
недолго солнышко сияло. Ну как, попалась по-настоящему? Артём, стой, пригнись! Стражи, огромная стая, видно от бури бегут. Ищем проход через самолет. Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибли. Всегда готов. Thank you.
Сталкер один раз. Почти пришли. Thank you.
здесь! Еще набежит! Тут где-то рядом вход! Свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах, иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Нам сейчас стражи много. Площадь Революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустим. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Thank you.
Волнуется она. Ну что поделаешь? 20 лет прожили в Рейхе, а теперь нас в уроды записали. Какой еще запрос? Начальник сейчас. Руководство. Какой надо запрос? На красную линию. Театральному критику. Мерзко мне, мерзко. Сидим мы здесь, светло, тепло. Ухлёстывал один за мной. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх? На революцию. Через театр нас пропустят. За такие разговоры сейчас хлопочешь. Это не тебя давит, не жена сковородкой гонял. Так, кто там дрался за мной? Вот Володька сейчас остался. Если хочешь. Ты подожди. Не пустите, от периода мимо.
рецептуре новых мутантов, как... Блестящий триумф! Наше шоу. Можете представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но, как всегда, бьется о потолок и падает на дно бутылки». Шли театра. Слушаюсь! Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе,
на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Телепаты черные представляют огромный научный интерес. Скажите все, что будет. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же генеральный секретарь. Числа, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали. Дайте-ка я тряхну стариной. Гнида, говори. Давай, выкладывай. Но...
зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. И мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. Живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель.
Да, объект патрулировать. К бою! Потери!
Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелил? Про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! Есть! Сеня, ты оружие новое получил? Я приказывал же. Тут где-то тут шевелился.